Непорочно. Что я на работе, слышала? Я сказал, как сегодня я на работе. Я снимаю, да, Наташа, давай. Хорошо. Нехорошо так. Антоболей.
Как по мне, так контракт вообще понтовый, типа 3000 плюс, ну, вообще изи. Надо. А мне очень приятно. Там рюкзак можешь положить назад? Да лучше не надо. Там нет, лучше положи, а то забуду как еще. Люба, забирай! Коля! Коля! Один, один! Соединён двоих? Соединён двоих? Ну! Есть первый гол в матче между командами «Империя» и «Атлетико Мадрид». 1-0 «Империя» впереди. Это я просто должен там свой. Надо бы ты заняться. Батайск. Александр, я лево, лево, лево. Я Атлетико Мадрид. 2-0 «Империал» впереди.
Не звонишь, а звонишь. Thank you.
Давай!
Есть гол на полях Лиги Европы. Никита Жура, номер 33. Один мяч для своей команды отыгрывает. 1-3 по-прежнему впереди Империал, но Атлетико Мадрид явно уступать не собирается. Ламничка звучит на полях Лиги Чемпионов. Это значит, что Аматорс отыгрывает. Один мяч отыгрывает в воротах Лестер Сити. Это команда Лестер забивает. Забродский. 1-1. А для вновь прибывших на футбольное поле капитанов команды Атлетико Мадрид Александра Фомина счет матча. Империал 3, Мадрид 1. Ты слышал, да, типа, там только рука и лодыжка. Приедет? Человек. Там только рука и лодыжка. Это технопранк, ты понял, да? Отставание в счете от мадридца. Ну очень качественно, мне нравится. Только рука его стучит.
Беги! Есть! Кирилл есть центр. Левее. Мура первый для него. Мне казалось, что все эти работники ритуальных услуг, типа, они, ну, должны быть такие эмоциональные какие-то. Что? Я не трясу потом. Это спуси. А, это товарищ журналист. Друзья, завершен первый тайм матча между командами Лиги Чемпионов Аматорс Лестер Сити. 1-1 счет на табло. И впереди решающая 30-минутка, в которой мы узнаем, какая из команд сможет добыть важнейшие 3 очка. А вы скажу, как это завести его, блядь. Митя нахуй не смотрит, блядь. Жопой слепить его. Я стою. На этом блок ворота, чувак, дай мне хитрый. Да ты же за стенку. Все, пусти ворота. Я ему хочу обратно. Я стою спиной, блядь, без ворота, принимаю. Просто дай ворота, и все. Ворота.